Приветствую вас! С вами Наталья. В этом году очень богатый урожай персиков. И я из персиков делаю все возможные заготовки. Сегодня я буду готовить персиковый джем с цитрусовыми. Для этого персики необходимо помыть, удалить косточки и пропустить через мясорубку. Кожицу я не удаляю. На 2 килограмма полученного пюре из персиков я добавляю 1 крупный апельсин и 1 лимон. Апельсин и лимон в кожуре я заливаю кипятком и оставляю на 30 минут. А затем режу, удаляю косточки и тоже пропускаю через мясорубку. Также на эту порцию мне понадобится 3 килограмма сахара. Что ж, приступаем к работе. Пока я буду готовить персиковое пюре, лимон и апельсин у меня постоят залитые кипятком. Примерно полчаса. Персиковое пюре я добавляю лимон и апельсин, которые я пропустила через мясорубку вместе с кожицей. И добавляю половину нормы сахара, то есть 1,5 килограмма. Все тщательно перемешиваю, ставлю на огонь, довожу до кипения и варю 5 минут. Джем проварился 5 минут. Когда вы варите джем, не забывайте его постоянно помешивать, потому что он может очень быстро пригореть. Теперь мы джем накрываем крышкой и оставляем кастрюлю на сутки в прохладное место. Как только джем начнет закипать, добавляем в него оставшийся сахар. Все тщательно перемешиваем и варим джем еще 15 минут. После этого его можно раскладывать в чистые стерилизованные баночки под металлическую крышку. Баночки укутывать не нужно. Персиковый джем подходит к сливочному мороженому, оладьям, сырникам и другой выпечке. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Наталья. До скорых встреч!